день, дорогие друзья! Я думаю, ветреная погода никого из вас не испугала. Тацинский район, станица Тацинская, небольшой населенный пункт, но он имеет свои спортивные легенды, династии и достижения. Я думаю, что вы сегодня станете наблюдателями красивого зрелища. Спортсменам желаю удачи, благополучия и, разумеется, как было сказано ведущей, сегодня мы посвящаем это мероприятие Дню Великой Победы.